Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встреча прошла в режиме онлайн. За ходом беседы следила Луиза Егиазарян. Проводить встречи с жителями в таком формате не впервой. Практику онлайн-встреч вели во время весенней волны коронавируса. Перед тем, как приступить к диалогу, глава округа выступил с небольшим отчетом. Начал с главного – статистики заболеваемости COVID-19 в Люберцах и мерах борьбы с инфекцией. У нас сегодня приболело коронавирусной инфекцией, это по данным медиков Роспотребнадзора, 2653 человека. Сегодня госпитализировано 315 человек. На домашнем лечении 883 человека. К сожалению, умерло, надо об этом должны сами знать, 156 человек. В апреле, в начале мая переоборудовали нашу Красковскую больницу, как мы говорим, в ковидный центр. Там сегодня оборудовано 369 мест. Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс, там оборудовано 204 койки, из них 20 реанимации. Большинство вопросов жителей коснулось введенных ограничений из-за второй волны эпидемии. Больницы и поликлиники работают в штатном режиме. Отменили только диспансеризацию и профилактический осмотр. Детские сады и школы тоже функционируют в обычном порядке. В настоящее время у нас 30 школ находятся на каникулах, 12 школ работают в штатном режиме. Продление каникул не планируется в настоящее время в Московской области. Заболеваемость не соответствует тому порогу, когда у детей продлевают каникулы. Жители затронули также темы благоустройства, строительства социальных объектов и ремонта дорог. Свои вопросы они озвучивали по телефону прямого эфира. Некоторые обращения глава округа зачитывал из социальных сетей. Что с поликлиникой в ЖК «Самолет»? Это первый вопрос. И следующий вопрос – будет ли благоустройство Черного озера? Это один и тот же заявитель. Поликлиника в ЖК «Самолет» будет на 600 мест. На сегодняшний день, по нашей информации, завершена экспертиза. И, как я и в сетях везде пояснял, застройщик до конца года выйдет на строительство. В связи с эпидемиологической ситуацией работы по благоустройству территории вокруг озера Черное перенесены на 2021 год. Онлайн-встреча продлилась больше часа. Все вопросы, поступившие от жителей, зафиксировали в протоколе. Обращения, которые требуют дальнейшей отработки, глава взял под личный контроль. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.